Почему у многих женщин после свадьбы сразу начинает болеть голова? Как решить эту проблему, если налево бегать не хочется? Не нужно рассматривать женщину как станок, который называется козел, который используют в гимнастические, как гимнастический снаряд. Ой, сори. И не нужно это использовать как гимнастический снаряд. Женщина не мясо. У женщины есть душа. У женщина цветок. В случае, если вы мужчина, восхищайте, чтобы она видела. Говорите, как она вам нравится. Обнимайте ее, гладьте ее, и это будет, и у нее навсегда перестанет болеть голова. Она всегда будет. Что хочет женщина от своего мужчины? Она хочет, чтобы он говорил ей слова о том, как она ему нравится. Почему? Я вам открою тайну. Каждая женщина с самого своего рождения, даже самая красивая, постоянно нуждается в том, чтобы ей кто-то доказывал, что она красивая. Если ей не доказывают, что она красивая, она себя заклевывает и считает, что она некрасивая. Именно поэтому, какая бы красивая женщина ни была, ей необходимо все время подтверждение. Подтверждение детей, подтверждение родственников. Это как некая... Как мужчине нравится смотреть на женщину, так женщине хочется, чтобы ей все время говорили комплименты. Ну и если вы муж ее, то вы должны их говорить больше, чем все остальные люди. Ты моя зайка, ты мое солнышко, такая сегодня красивая. Ой, какой у тебя особенный взгляд, какие у тебя потрясающие сегодня волосы. Я забыл тебе сказать что-то очень важное. Что же это, что у нас денег не будет? Нет, я тебя очень искренне люблю, потому что мне судьба дала такую прекрасную женщину, как ты, такую красивую. Даже можете скрестить пальцы, если вам не нравится. Главное ей это сказать. И поверьте мне, дальше будет все очень хорошо. А если